город нас поддержал, мы вышли с инициативой, провели хороший митинг, здесь были представители всей администрации. Теперь территория перед предприятием – парк имени Когута, первого директора. Теперь здесь ландшафтный дизайн. Вся территория перед автобусным парком приведена в порядок. Вопросов по благоустройству больше нет. На саму территорию уложили порядка 5000 квадратных метров асфальта, заменили окна. Стены во дворе покрасили в песочный, пляжный, как здесь говорят, цвет. Отсюда ежедневно на линии выходит около 300 автобусов. Следующий шаг – установка автоматической мойки. Чтобы, так сказать, эффективнее работал транспорт. Утром, особенно на выпуске, чтобы автобусы все были чистенькие. Это очень удобно, быстро и качественно. Водитель, да, он будет, конечно, платить, но это не те деньги, которые он сейчас платит. Сейчас они платят до 300 рублей за свой этот минимально. А это, может быть, будет в пределах 50-70 рублей. То есть и быстро, и качественно. За 2-3 минуты ты поехал на линию. А там надо ждать, ну, минут 40, пока тебя помоют.